Во многих семьях профессии передаются из поколения в поколение, так образуются династии врачей, учителей, актеров и музыкантов. Сложно найти интерес в чем-то, кроме музыки, например, когда родители построили грандиозную карьеру на эстраде. Так рождаются и вырастают новые музыкальные звезды страны. Эту подборку мы посвятили им. Александр Цой. Единственный сын Виктора Цоя сначала не планировал заниматься музыкой, он работал веб-дизайнером. Однако гены оказались сильнее. Чтобы никто не связывал его со знаменитым отцом, Александр сменил фамилию на Молчанов. Он прошел путь от гитариста в группе «Пара БелВМ» до сольного автора-исполнителя. В его проекте «Ронин» состоит Юрий Каспаряна, гитарист отцовской группы «Кино». Александр Круг. 22-летний сын Михаила и Ирины Круг продолжил дело родителей. Саша впервые вышел на сцену в 2018 году, после чего принялся гастролировать с мамой по стране. Исполнял парень разные песни, в том числе хиты своего покойного отца Шансонье. А в 2024 году Круг-младший стал участником новой «Фабрик звезд». Алиса Салтыкова. Дочь Виктора и Ирины Салтыковых жила в Великобритании и там же начала делать первые шаги в музыке. Позже Алиса переехала в Москву, где начала записывать песни и презентовать клипы на них. Среди творений девушки не только авторские композиции, но и каверы на хиты матери. Сейчас она творит под псевдонимом Лиз Рсал. Анна Шульгина. Дочь Валерии и композитора Александра Шульгина уже несколько лет активно покоряет музыкальную индустрию. Девушка сменила имя, теперь она не Анна, а Шена, Шина, причем как на сцене, так и в обычной жизни. Валерия шутит, что наследница точно пошла по ее пути, ведь когда-то певица тоже была Аллой. Вера Алдонина. В 2019 году Вера потеряла маму Юлию Началову. Воспитали ее отец и мачеха. Чем старше становилась девочка, тем больше ее тянуло к музыке. Пробиться на сцену ей помогла крестная Лариса Долина. Сегодня в репертуаре Веры есть как авторские композиции, так и песни мамы. В будущем она планирует закончить театральный вуз и играть в мюзиклах. Лидия Чистякова. Дочь Натальи Чистяковой-Ионовой, Лидия, не просто занялась музыкой вслед за матерью. Девушка решила скопировать творческий подход Глюкозы. Под псевдонимом Лидерс она выпустила несколько клипов в мультяшной стилистике. Продюсером Лиды, кстати, выступил ее отец, Устинья Малинина. Дочь народного артиста Александра Малинина занялась музыкой в раннем детстве. Устинья освоила вокальное мастерство и игру на фортепиано. По словам родственников, уже в 4-м году Малинина написала свою первую песню. Однако полноценный альбом девушка записала в 2016-м, в 16 лет. После школы начинающая артистка окончила консерваторию, теперь Устинья выступает на европейских сценах как оперная певица. Микелла Абрамова. Дочь Алсу приняла участие в 6-сезоне шоу «Голос. Дети» и стала победительницей. Однако сразу же юная исполнительница оказалась в центре скандала, так как выяснилось, что голоса в ее пользу были накручены. На Микеллу обрушилась волна критики, но девочка не остановилась. Она продолжила заниматься музыкой. Ариела Самойлова. Старшая дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. Самая юная звезда в подборке. 12-летняя Ариэлла получила свою первую песню в подарок от папы на день рождения. Девочки помогли записать трек и снять на него клип. Сейчас артистка пожинает первые плоды грандиозного успеха, у Ариэллы уже есть и армия фанатов и парочка премий.